Лето – любимое многими время года. И это неудивительно. Летом словно открывается второе дыхание, и хочется менять себя и окружающий мир к лучшему. Мы собрали полезные советы для тех, кто готов воплощать эти желания в жизнь. В эфире «Телегид. Покупатель всегда прав», и я его ведущая Лидия Шулаева. В сегодняшнем выпуске мы узнаем, в чем секрет идеальной кожи, как восстановить и сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата, и как выбрать правильный инструмент для работы дома и на даче. Изменения лучше всего начинать с себя. Всегда приятнее стать еще прекраснее. В этом поможет уникальная для нашего города процедура карбоновый пилинг. Что это такое и где делают, расскажем прямо сейчас. Одна процедура и сразу несколько эффектов. Признаки увядания кожи, увеличенные поры, угри и воспаление, тусклая или жирная кожа и пигментные пятна. Со всеми проблемами справится карбоновый пилинг. Методика отличается от уже знакомых и привычных химических пилингов. Это уникальное сочетание аппаратного воздействия и комплексного омоложения кожи лица. Процедура практически не имеет противопоказаний и побочных эффектов и подходит для любого типа кожи. При этом методика абсолютно безболезненная. Реабилитационный период после нее отсутствует, а эффект виден уже после первого применения. Особенность карбонового пилинга в том, что он включает в себя сразу два процесса – воздействие лазера и фотоомоложение. Проводится при помощи специального аппарата и гель-маски. После очищения на кожу наносят слой жидкого углерода, который проникает глубоко в поры. Когда неодимовый лазер проходит по поверхности, импульсы растворяют углеродный гель, глубоко прогревая ткани. В результате такого воздействия в кожных порах происходят так называемые микровзрывы микродисперсных частиц углерода, которые и очищают кожу, тонизируют ее и омолаживают. Благодаря этому ускоряется регенерация и активно начинает вырабатываться коллаген и эластин. Для достижения максимально долгосрочных результатов рекомендованы регулярные процедуры, но даже после первого применения кожа становится заметно более мягкой, гладкой и упругой, цвет лица более светлым и ровным, устраняются загрязнения и ороговевшие клетки, глубоко очищаются поры. Процедура очень была приятна, мне понравилась, получила удовольствие. Однозначно приду еще. Рекомендую всем остальным пройти эту процедуру. Но помните, только проведенная по всем медицинским стандартам процедура гарантирует вам идеальный результат. Профессиональный карбоновый пилинг в нашем городе делают в спа-центре «Шоколад». Специалисты центра вас проконсультируют и подберут оптимальную для вас программу и индивидуальный курс, который позволит достичь нужного эффекта. Медицинский центр «Шоколад» – это высококвалифицированные специалисты, в том числе врач-косметолог, современные аппараты, имеющие сертификаты соответствия, и новейшие косметические и медицинские препараты. Центр работает по стандартам Министерства здравоохранения и соответствует всем требованиям санитарно-эпидемиологического режима, имеет лицензию на проведение услуг, использует в своей работе одноразовые медицинские материалы для проведения процедур. Медицинский центр «Шоколад» – ваш красивый ориентир на пути к совершенству. Проспект Мира, 3, телефоны 757-87-701-31. Лето – идеальное время, чтобы заняться своим здоровьем. Посетим уже знакомый нам центр доктора Бубновского и выясним, что нужно для того, чтобы всегда быть в тонусе. Стоит всего один раз посетить центр доктора Бубновского, чтобы навсегда поверить в настоящее чудо. Его яркий пример – Ольга Чернышова. После тяжелой аварии она не то что ходить, она не могла даже сидеть и самостоятельно себя обслуживать. Но благодаря в том числе и центру Бубновского, специалисты которого подобрали индивидуальную программу реабилитации и тем самым дали толчок к оздоровлению, женщина встала на ноги. Теперь Ольга без посторонней помощи может ходить. Сама добирается до центра, выполняет упражнения и с каждым днем ее состояние все лучше. Секрет таких потрясающих результатов на самом деле достаточно прост. Во-первых, это огромное желание самих пациентов восстановиться. И во-вторых, это, конечно, слаженная работа команды профессионалов центра. Индивидуально подбираются упражнения. В зале пациент находится под контролем инструкторов. А я или другой доктор постоянно контролируем. То есть в течение цикла пациент приходит на осмотры периодически, и мы контролируем, корректируем программу упражнений. Главный врач Артем Уханов работает в Саровском центре Бубновского с первого дня его основания. Он, как и другие специалисты центра, регулярно проходит обучение у автора метода современной кинезитерапии в Москве и региональном центре доктора Бубновского в Нижнем Новгороде. Работа с каждым пациентом начинается именно в кабинете
врача. Чтобы подобрать оптимальную программу восстановления, прежде всего нужно выявить суть жалобы и узнать корень болезни. Когда пациент приходит ко мне или к другому доктору, сначала проводим миофасциальную диагностику. Это авторская методика доктора Бувновского. Позволяет оценить все тело, весь организм и, в частности, костно-мышечную систему. После чего проводим диагностическое функциональное тестирование. Методика доктора Бубновского направлена на лечение болезней опорно-двигательного аппарата. Это грыжи межпозвонковых дисков, остеохондроз, артриты, артрозы, а также сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой и вегетативно-нервной системы. Поскольку упражнения лечебные, они включают в работу всю мышечную систему организма и тем самым усиливают и восстанавливают там, где это необходимо, кровоток. То есть влияние идет на все органы и системы организма. А подбирая конкретные упражнения, мы можем целенаправленно воздействовать на пораженный орган. Все упражнения основаны на декомпрессионном принципе, то есть при их выполнении отсутствует нагрузка на позвоночник и суставы. Длительность курса зависит от того, насколько выражено заболевание. Обычно облегчение боли приходит уже после первых занятий, но чтобы достигнуть результата и закрепить его, необходимы месяцы. Впрочем, как утверждают постояльцы центра доктора Бубновского, здоровый образ жизни входит в привычку, отказаться от которой уже не захочется никогда. Татьяну Михайловну, как и многих, привела в центр боль в спине и колене. Уже год у нее ничего не болит, но на занятия она ходит регулярно. Буду ходить вечно, до конца своих дней. Почему? Ну, потому что реально помогает, это очень помогает. Просто я не знаю, за других не скажу, но по себе скажу, что никакие инъекции, никакие таблетки меня не вылечивали. То есть боль снималась, но потом возвращалась. Но сейчас я совершенно забыла про все печальные свои симптомы. Чувствую себя великолепно, хожу легко. А вот Александр Михайлович Мухин пока в начале своего восстановительного пути. Про себя мужчина говорит, что он еще очень молод, 82 года. Разве это возраст? Вот только коксартроз сковал его движение. Но Александр Михайлович уверен, регулярные занятия на тренажерах Бубновского и четкое следование всем рекомендациям врачей и инструкторов, и этой зимой он обязательно вновь встанет на лыжи. Вот я пришел, и сразу мне внушили доверие. Обещают, что меня поставят опять на ноги. Кстати, доводить до болезни опорно-двигательного аппарата лучше все-таки не стоит. И задуматься о здоровье нужно, пока оно еще есть. В центре Бубновского для вас подберут отличные профилактические программы. И помните, перед тем, как приступать к занятиям, просто необходима консультация специалиста. Здоровье в движении в центре доктора Бубновского. Улица Зернова, 11, телефон 6-72-76. Для кого-то дачный сезон – это время шашлыков и развлечений, но для настоящего дачника это горячая пора хлопот и забот. Всегда есть что отремонтировать, построить или достроить, а еще нужно содержать в порядке свой участок. И для всех этих целей необходим специальный инструмент. Как его выбирать, разбираемся сегодня. Сегодня выбор инструмента настолько огромен, что порой может поставить в тупик даже опытного мастера. Бензо- и электроручной инструмент, садово-парковая техника, комплектующие. Чтобы разобраться во всем этом многообразии, просто необходим консультант. Нашим проводником в мир инструмента стал администратор магазина «Мастер С» Дмитрий Якимов. Здесь мы нашли абсолютно все, что нужно для строительных и ремонтных работ, а также для ухода за дачным участком. Полная линейка всего инструмента, который используется именно при строительстве, при ремонте. Даже есть и автомобильные некоторые вещи для ремонта автомобилей именно. То есть наборы инструментов тоже присутствуют в ассортименте у нас. Вот, крепежные изделия всевозможные, это такие как там шурупы-саморезы. Вот, это все без проблем. Все это есть в наличии. Штиль, Makita, Husqvarna, Bosch, DeWalt – марки, известные тем, кто ценит качественный инструмент. Выбирая продукцию этих фирм, вы можете быть уверены, она прослужит вам долгие годы. Бензо- и электропилы, перфораторы или дрели, шуруповерты, лобзики, газонокосилки и триммеры – словом, все, что может вам пригодиться. Еще одно имя на рынке профессионального инструмента – американская фирма Greenworks. Инструмент Greenworks в шутку называют дамским вариантом. А все почему? Потому что нет никаких заморочек с тем, чтобы его заправить и завести. Просто нажимаешь кнопку и работаешь. А еще он очень легкий и стильный.
Если без шуток, аккумуляторный инструмент удобен не только для женщин, но и для мужчин. Не нужно постоянно заправлять и дергать стартер для завода, как в случае с бензиновым. И вы не зависите от источника питания и не путаетесь с длинным шнуром, как с электроинструментом. Просто заряжаете аккумулятор, устанавливаете его и работаете в свое удовольствие. Экономит время и силы. В магазине «Мастер С» вам предложат всю линейку аккумуляторной техники «Greenworks» для дома и сада. Немножко расширенная линейка в том плане, что инструмент есть как ручной для строительства, ремонта, также для ухода за садовыми участками. Одно из самых актуальных приобретений в начале дачного сезона – газонокосилки и триммеры. В этой нише ассортимент тоже огромен. Планируете подстригать огромную площадь газона или лишь косить траву на маленькой лужайке рядом с домом? Исходя из потребностей, выбирайте для себя необходимую технику. Объем работ, то есть какая площадь. Вот, соответственно, если небольшая площадь, можно рассмотреть вариант вот фирмы «Викинг» у нас представлены. Это дочернее предприятие фирмы «Штиль». Электрическое, если небольшой объем работы, небольшой участок и ровная поверхность. Вот, если большая площадь, допустим, тот же самый вот сквер, уход за газоном, вот, это лучше рассматривать вариант уже бензиновых. И опять же, среди газонокосилок есть и аккумуляторные варианты. И пусть вас не смущают никакие предубеждения. Работать такая удобная техника может практически наравне с электрическими и бензиновыми собратьями. В зависимости от емкости аккумулятора, если меньше емкости аккумулятора, то ее хватает где-то примерно 5-6 соток. Если больше емкости аккумулятора, 10-12 соток. Непрерывно работает. Инструмент для любых целей и задач вы всегда найдете в магазине «Мастер С». Только проверенные временем и профессионалами бренды. Электро-, бензо-, аккумуляторный инструмент, ручной инструмент, все комплектующие, а также необходимые в хозяйстве дома и на даче мелочи. Квалифицированные консультанты помогут вам сделать правильный выбор. А если вы не найдете чего-либо в наличии, для вас привезут инструмент на заказ. Также магазин «Мастер С» – официальный представитель компании «Штиль» в Сарове. Это значит, что все, что вы видите на официальном сайте, вы можете приобрести и в магазине. Также в «Мастер С» действуют все акции и скидки компании. И, кстати, отличная идея для подарка настоящим дачникам и тем, кто умеет работать руками. Подарочный сертификат магазина. «Мастер С», улица Павлика Морозова, 10, телефон 979-67. Расставаться с деньгами нужно легко, но помните, только те траты полезны, что приносят нам радость. Следите за нашими эфирами и тратьте ваши деньги с умом. Удачных вам покупок!